Опять новости с утра. Что, мы собираемся в школу? Ну, Гришку я сейчас повезу, потому что ему надо... На что там, конкурс какой-то по рисованию будет. Сегодня прям солнышко-солнышко вышло. Тепло очень, ветер такой теплый дует. Птички уже вовсю поют. Игрушки валяются. В общем, все, весна. Надеемся. Все жене пообрезал уже деревья вот эти вот. Григорий, все, в школу. Так, все, пакеты, сменку, да, берем? Да. Давай. Ого. Все. Григорий готов. Даже сегодня можно без шапки, плюс 16, прям реально тепло. Пока. Побежал. Так, все, я Гришку отвезла, сейчас заехала на почту, по-моему, мне тут пришел фотофон. Ну, мне так кажется, и вроде бы по этому. В общем, дома откроем, буду теперь на нем фоткать, если это он, фоткать свои пряники. Я уже дома. Все, у нас уже тут цветет кизил, птички поют, даже пчелки, посмотрите. Слышите, как тут пчелы жужжат? Все, еду за Гришкой, слушаю новости опять. Читала в интернете, пока ехала домой тут по кочкам. Даже не знаю, что мне снимать. Не знаю вообще, что делать. Ну, в общем, как будет, так и будет. Буду говорить свои мысли. Мысли о том, что просто каждый должен сделать свои выводы. Куча народу винит всех. Естественно, виноватые в этом есть. Но не какой-то дедушка, сторож, знаете, который... Не знаю, в общем... В общем, вот так вот. В общем, не знаю, какой будет влог. Непонятный. Наверное. Просто каждый думает свои мысли, делает свои выводы. Вот так вот. Я просто, знаете, ехала, ну, вообще думала, что люди гибли в 41-м, там, в 45-м, знаете, но когда у нас век... таких технологий, да, вот, вот просто вот так вот есть, а завтра нет, то как-то это не укладывается в голове. Просто хотя бы в войну люди знали, за что они гибнут. А тут действительно они погибли, да, то есть они не умерли от болезни, вот, а просто погибли непонятно за что вообще. Привет, сынок. Ну что, где я твой рисунок? Я папу встретил. Да? И что и тебе папа? Сережу. И Сережа даже? Сережа здесь пришел. Мой рисунок забрали это на показ. А что, такой прям красивый? Не, ну я дерево нарисовал. Типа листья, типа оно зацвело розовым так. А уже цветущее дерево? Ну, цветущее дерево, а там на этом дереве скворечник. Угу. И птицы, и внизу трава, кустики. Ясно. Ну, хорошо получилось? Нормально. Так, а что за тема была? Уже весенняя? Весенняя. Весна красна. А, так что, мы тогда за кофе сейчас, ладно? Ну, давай. Я... Так, мы уже у бабушки с дедушкой. Дедушка Калюню катает. Эти какие малюсенькие, да? Ну, это уже не такие малюсенькие, они уже начинают становиться уродцами. Знаешь, когда они маленькие, они совсем желтенькие, не грязные. Как они говорят? Кря-кря-кря-кря-кря, да? Они не говорят так. Ку-ку-ку. Вот так. Ку-ку-ку. Юку будешь брать у нас? Кого? Юку. А, вот эту вот? Да. Не знаю, давайте. Есть куда ее сажать? Ну, не сегодня. Или сегодня. А можно и сегодня? Живу, Алёна. Я знаю, залезу.
Сережа, ногу поставь. Там у нас дождяра лупит. Не помню, я сказала, Гриша остался у бабушки с девушкой. Серегу будет учить ката делать. Дождь прям вообще как из ведра. Включила утюг. Сейчас буду гладить вот этот вот, как этот, фотофон. Вот такой он вот, как дерево с розами. Ну, в общем, сейчас отглажу. Вот утюжи, это AliExpress, очень неплохого качества. Ну, пришел, естественно, в сложенном виде, да, сейчас я его отутюжу, и все с ним будет отлично. Вот такой вот фотофон. Он прям большой-большой. Прям не знаю, как его показать. Он какой, аж накрывает весь диван. В углу здесь в одном вот такие розы, но мне кажется, я ими пользоваться не буду. Хотя не знаю, как они будут на фото смотреться. Может быть, и буду, не знаю. Ну вот сама часть вот этого, да, дерева мне нравится. Вот такого выбеленного, состаренного. Я такое люблю. Сейчас опять посмотрела Инстаграм. Телевизор даже не включаю. И столько информации, кому верить, сколько детей, сколько вообще людей погибло. Даже не знаю, потому что я просто себе представляю логически кинозал. Ну, вообще торговый центр, там явно не один кинозал. И когда идет сеанс, ну, я так по меньшим меркам сужу, что в выходной день там, по крайней мере у нас, почти все залы полные. Особенно если это детские сеансы. Ну, раз там были люди с детьми, да, у нас детские достаточно много людей, учитывая, что это и каникулы. Даже не боюсь представить, сколько же людей погибло. Ужас. Во всех группах, в садиках, в школе, там на карате, везде шлют эти видео. На бойкот торговым центром 31 марта. В общем, чтобы на выходные никуда не ходили, как-то вот так, в общем, все грустно. Везде во всех группах это шлют, но я, если честно, вот вообще рассылки вот эти не очень люблю. Именно в таких группах, там школа и садик, потому что я считаю, что это никому не поможет. А если вы хотите помочь, то вот... Не знаю, насколько верно, что Красный Крест собирает деньги. В одних случаях шлите деньги, в других не вздумайте слать. В общем, вот эти вот тоже сборы денег, ну, лично для меня как-то, в общем, не знаю. Мне кажется, что нужна адресная помощь. А вот эти рассылки в группах именно, да, то есть кто хочет на своей странице, может это все написать, это личное дело каждого. Но присылать кучу-кучу просто картинок скорби одних и тех же, не знаю. Еще хотела сказать, что если у нас с вами вдруг разное мнение по этому поводу, то оно может быть, ну, естественно, да. Просто для меня такие ситуации, это, знаете, сделать вывод должен каждый сам. Вот, и... Не обязательно обвинять других людей. То есть у меня вообще в любой ситуации такая политика, что я никого не обвиняю. То есть там не Путин, а громкое слово, да, уже даже именно нарицательное, я бы сказала. Никого, потому что у нас в доме у самих нет огнетушителя. Вот начиная даже с себя, у нас нет огнетушителя. Мы все даем взятки. Начиная от того, чтобы попасть в детский сад, получить диплом, сдать хорошо экзамены, сдать на права. Не знаю, мне кажется, это уже не секрет. И если бы мы их не давали, то их бы никто и не брал, и не хотел еще больше и больше. Поэтому тут я считаю, что Россия – это не только Путин, это мы все. Вот поэтому я считаю, что просто нужно... каждому сделать свои выводы и не ссориться ни с кем. Вот. Слушайте, у нас дождь такой силы, я просто не знаю. Буду сейчас мыть пол, потому что чем-то нужно себя отвлекать. Я сама дома, и только пол швабром не поможет. Даже телевизор не буду включать.
Так, я опять готовлю ужин из говядины. Будет говядина, знаете, с подливкой, с морковкой, с луком. Наконец-то я купила лук. 23 рубля он у нас за килограмм. Я специально сегодня посмотрела. Так, обжариваю говядину. Блин, она такая вкусная. Мы 100 лет не ели говядину. Эту говядину в Сержуне на работе, в общем, там зарезали быка. И она такая вкусная, боже. Я прям ее обожаю. Так, пюре. Вот еще кусочек говядины. Мне все нравится. Единственное, что нужно вырезать все вот эти вот прожилки, шкурки. То есть долговато ее резать, не просто куриную грудку, знаете. Поэтому вот это сейчас все уберу, здесь все вымою, вычищу. Вот. И лук, морковку буду сюда добавлять. Смотрю сейчас передачу. Уже вообще давно ее не смотрела. Я думала, что ее уже и нету, этой передачи с Гордоном. Знаете, как она называется? Мужское, женское. Вот. В Краснодаре, в Краснодарский аэропорт. Вот про бабушку, которая вот с глазом заклеенным. Ничего ни у кого не просила, просто живет в Краснодарском аэропорту. Так, говядина уже тушится с томатом, домашний томат. Просто налила и немного подсахарила, потому что все равно кислота остается. Ну, достаточно, да, когда вся влага выпаривается, то остается кислинка, поэтому я всегда добавляю немного сахара. А здесь у нас пюре скоро буду делать. В общем, вот, достала банку томата, будем еще и пить ее, его. А мы с Афанасием тут лежим. Мама, это мы пура Мадонна Майоком вот так делать. Это Афоня имеет в виду смешные лица, да? Да, вот это. Да. Такой стишок у нас, да, мы ее как мантру повторяем. Мамочка любимая, самая красивая. Эти коконы вот будет тик. Мака она вилла, а тик. А у мамы. А у мамы. Люблю маму, говорит. А у маму. Мака тик мам. А, да. А вот у меня коконят. Расскажу ему стишок, получу конфет мешок. Мама, на какой-нибудь такой. А мама надо. Я не помню про маму, какой у тебя был. Ну, я вала маму. А, ты уже рассказал про маму? Да. Я любит тик. Угу. Забыла. Наша Таня, ты знаешь? А под Танами? Наша Таня громко плачет. Нака Тана, Нака. Нет, громко. Тана громко плачет. Мотик. Уронила. Анила мотик. Греху. Тише. Тика. Танка. Не плачь. Не утонет. А тонет не Тана. Мы достанем? Да. Афоня все достанет, да, сынок? Да. А... одену. Разденешься? А пингалю воду. А дану мотик Тане. Таня, достанешь? Да, мальчик. Она будет плакать. Не будет плакать. Ты ей поможешь? Да, на помощь. Надо за помощь, да? Да, она веги бика. Надо быстро, да? Да, на бика веги там мальчик. А так, а веки. А, достать быстро из речки? Да, она помощь там. Помощь, да. Да. Всем людям нужна помощь, да? Да, или дома. Да. Ну что там, Маргарита, все хорошо? Теперь Зоя Степановна научит. Ну вот этот был без палочки. Почему? А я его ее убрала. Тебе надо с палочкой? Давай тогда я этот уберу.
2-2? Кто выигрывает? 2-2 сейчас будет. Да 2-2, кто выигрывает? Нет, а 2-2, кто с кем вообще? Серёжа, уже все одеты, Серёжа. Смотрите, болельщик, блядь. Вот так катано. Вот так, потом жопа, вот так, вот так. А еще потом животом, вот так вот. Да? Так, у нас 1-0 у нас счет. Папа так пнул, что челночку. Это не папа так пнул, это. Уже ж они же были тут выдернуты, Гриша же их повставлял. Антоша, давай добивай. Он не достанет. Давай, давай, сынок, раскручивай его назад, давай. Ой, давай, Антоша, давай. Где тому? Я была еще. У папы был. Да, папа бил. Давай, давай, Антоша. Папа так. Да, Афоня. А, да, он. Не мешай. Так, у нас уже 4-4 счет. А ты работаешь? А ты работаешь? Да. Пап, ты так делаешь. Так, ну что, на сегодня все. 11:20, уже иду сейчас спать. Насмотрелась опять Инстаграм. Наслушалась мнения всех. Но все не, равно не меняю свое мнение, что нужно начинать с себя. Вообще все в этой жизни, несмотря на государство, ни на что, нужно начинать с себя и достойно воспитывать своих детей. В общем-то, все, что я хотела сегодня сказать. Даже не знаю, выложили ли я это видео. Правда, не знаю. Уверена, что у многих другое мнение. Наверное. Не знаю. Но я думаю, что вот так вот. В общем, всем до завтра. Завтра объявлен траур. Мне кажется, это надо было еще сделать в первый день. Я не понимаю, почему. Вот, ждали, аж это получится на третий день. Все, идем отдыхать. Увидимся завтра.